А? Стих сегодня говорил? Нет. Сегодня не было урока, у нас сегодня было 5 уроков. Короче, Видел. Милка, там в сонете одном про тебя Ага. говорят. Блядь, сейчас говорит про какую-то летучую хуйню. Или которая уходит в фигне. Своим воображением ты можешь одеть бедного и нагого этого. Сейчас вспомню. Да, я прочитаю даже тебе. Я просто точно не запомнил. Где это? А вот. Своим воображением ты можешь одеть бедных и нагих послов. Бедного и нагого Милка. Милка такой голышом стоит и землю копает. Да, нет. Я вот как представлял просто, чтобы было легче учить. Типа, мне мама говорила, представь, чтобы легче училась. Я тебя представила. О, кстати, Мил, Гоя тебе это... Алло, Мил, ты тут? А, да. Гоя тебе скину фотку там, где... У нас, короче, сегодня на биологии мы слушали какую-то бабу с Ютуба, которая нам объясняла про членистоногих. И она говорила, Ага. ставьте нам лайк, Говорили тоже об подписывайтесь на этом. наш канал, Нас? на наш канал, и ставьте нам лайк, ставьте мне и раку лайк, рачку, ну, рак, короче. Понял. Все. И я, короче, это зафотал вовремя, Скинь, чтобы скинь, видеть было. скинь. Сейчас. Чем показать? I'm sexy, I want Ты еще постал сильный па. Ты втараешь мне какую-то дичь. Дичь. Под наркотой. И по Что? кайфу. Она хочет лайк. Ков папка. Лайк, 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 го. Сейчас. Мне сейчас зарендерится. Наконец-то. 93%! И это только звук. А еще картинку нужно. А можно... Чё, как скачивать ролики с Ютуба, не добавляя SS мне, потому что SS не работает? Ты можешь зайти, типа, у тебя какой браузер? Chrome или Яндекс? У меня вообще Chrome плохо работает. Я в Mozilla сижу. А, тогда я не знаю. Ну, допустим, окей, Go Chrome. Ну, Chrome? сейчас... Там программу надо качать. Вот, я ну, в Chrome захожу, что мне дальше делать? А, сайт какой-то есть, сайт существует. Я Я тебе забыл. скину. Загугли просто, там будет сайт, потом бухай. Где ты мне скинул? В ЛС? Скинь мне в ЛС в ДС. Сейчас. Кинул. Вижу. А, так я же говорю, это SS. Это расширение. Ну, это SS. А. Скинь сайт. Подожди, и это расширение вообще для оперы? Для оперы. И для хрома, и для Яндекса. Скинь сайт. Я потому что ну, это считается вообще как SS, и его устанавливать это только ну, заморока. Должно быть вообще раньше было намного проще. Дописываешь этот SS, и тебе уже выскакивает то, что типа можешь скачать, и все, не паришься. Сейчас, Нет, ты тащи скидываешь? сайт, найду. А почему у меня всякие айроны высвечиваются в похожих каналах, хоть я их не смотрю? А Геру я уже, наверное, максимум только один ролик его посмотрел. Митик, я вообще не смотрю сейчас майнкрафтеров, а хули они у меня Я тоже. выскакивают? Типа... Последний раз ноги смотрел. Вот. А, живот болит. Было такое ебало, когда он Иди сказал. скину. На прививку. Ты Там мне ВК с... скинул? Да. Не, типа... Можешь ДС мне быстро скинуть? Окей. Ой, Леонид туда скинул. Сейчас. Удали. Сейчас. Это, наверное, тоже СС. Нет, там можно скачать без установки расширений. Да не знаю. Сейчас. У меня все нормально было. Так я В же то же хурме. самое скидывал. Блин, Там... это СС. Нет, там без установки можно скачать.
Типа не надо программу качать. Да, вставляешь ссылку, и там будет написано без установки. Сейчас. Ну, проверь. Допустим, я вот хочу ческу качать. Чем мне там ролики? А, все понял. Дети, банда против Алиса, бро, Евген, бро. Круто. У меня вообще Шон похож. Мне вообще Шон в похожих и классе. И Шеке, и Баде. Я у Бади ни одного ролика не смотрел. Ни одного не смотрю. Я смотрю пабгеров. Начал смотреть папир. Чувак, мне кажется, это... Как тебе правильно сказать? Это как... ну, как накрутка, то есть именно. Есть специальные сайты для того, чтобы, то есть именно накручивать просмотры, во-первых, и убиваться в тренды. И есть специальные сайты, как я понимаю, из-за этих трендов у тебя добавляется... Ну, похоже, да. Тот добавляется. Вот. Возможно. Что ты... Быстрее, Евген, бро, дай мне свои видеоролики. Ты лучший майнкрафтер в этой планете. Пожалуйста, не бейте меня. Мы с другом сегодня играли. Кто больше ютуберов знает? У него просто на планшете дохрена этих было. Аватарок. Мы с другом сегодня играли. Кто больше ютуберов знает? Вот сегодня про этого Евгена, бро. Я забыл. Я аватарку знал, но канал имя забыл. Твой друг шарит в Евгена, бро. Да, я сам не знал. Чё, ну по 5 хайпится, что ли? А не, показалось. Трэш-контент. Новик против Навального. И дом внутри сладости. Ура! Я знаю одного накрутчика. И мне кажется, он точно накрутчик. Женишка. Дакплей есть. Он просто чисто так накрутчик. Я не про того Дака. Я буду, как тебе сказать, я как и все нормальные люди. Ну, чувак, это с установкой. Что слагал? А, все, я нашел. Найс. Как все КС начинают. Давайте накрутим сначала подписчиков. Think about, man. Все, можно скачивать. Хоть и с 0.3 MB, но ладно, ну, скачивать. 10-е место. Нет! Нельзя закрываться просто так! Я одни деревья только не понимаю в папке, знаешь, какие? На поле, которые деревья есть, они такие тонкие еще. В них можно врезаться, когда стреляешь в них, они простреливаются, типа... Логика. Папка. Сделали бы как большие деревья, не знаю. Хоть бы что посеивать мне. Я хочу новую карту. Ты сейчас на Микки похож по голосу. Ладно, погнали. Фу, кто это сделал? Реддл. Дом. А как ты создал свое название? Магия. Какое? Фокус-то. Долго придумал. Что, Реддл? Угу. Я заходил на рандомайзеры всякие, я помню это. Потом, типа, такой... Что-то там... Увидел этот канал... Что-то какой-то ролик зашел в тренды от Редлера. Вот.
И потом у меня еще в рандомайзере что-то там Red for или что-то такое. Ну, типа, я тупо взял Red и доставил букву L. Тогда еще не было такой моды, что L это типа L или что-то такое, лузер, вот. Redl. Ну, типа, что-то выскочило мне, типа, с ником Redl в голову что-то пришло и все. Понятно. Типа, дальше не задумался. Ну, ладно, играйте. Кстати, Милк, знаешь, как я свой этот хайп...